Приветствуем вас на нашем канале. Музыкант Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью заявил, что не понимает людей, которые в панике сейчас бегут из страны. «Я немножко даже разочарован в людях. Имея множество друзей за рубежом, у меня даже мысли нет уехать из страны», – возмутился певец. Прохор также заметил, что если его призовут, он готов встать на защиту страны. Однако артист уточнил, что в первую очередь все-таки должны забирать из рядов мирных жителей силовиков, которые имеют определенный опыт, а потом уже творческих личностей вроде него. «Я согласен абсолютно с мнением Рамзана Кадырова, который высказался о том, что у нас 5 миллионов силовиков, и, может быть, мобилизовать должны в первую очередь их. Людей, которые умеют держать в руках оружие. Нужно ополовинить эти службы и на помощь бросить». Певец заметил, что допускает мобилизацию не самых опытных людей, и даже сам может пойти на рубежи Родины при необходимости. «Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию. При всеобщей мобилизации, когда уже всех коснется, мы должны все встать и пойти защищать свою страну», – заявил Шаляпин. Отметим, ранее о мобилизации высказался дрессировщик Аскольд Запашный, который заявил, что сразу пойдет на защиту своей страны, как только получит повестку. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях.